Мы приходили в этот зал на чемпионат мира и Европы по тяжелой атлетике. Сейчас мы уже и не помним всех имен чемпионов, и не помним, сколько килограммов весили рекордные штанги. Мы другое помним. Оно и сейчас перед глазами. И вы увидите это. И запомните, как запомнили мы. Thank you.
Но что она такая тяжелая? И чего только мужчины не поднимали. И все во славу силы. Что Новак в зале, и Тальц в зале, и Власов тоже в зале, что они ждут их и верят в победу. И мы тоже ждали их. Это было в Москве в сентябре 75-го, где было установлено 10 мировых рекордов. В командном зачете первое место у спортсменов Советского Союза. Мы увидели, как тяжело поднимать, и как невероятно тяжело стоять, и как важно выстоять до конца.